Думаю над конструкциями. У королевский гамбит тоже есть шансы, правильно? Не помню. По-моему, нет. Ну вот, это мой вариант, он же Но... атакующий. Атакующий, ну там нет никаких двойных. Я понимаю, ну блин, ну там король на F1, ну что-нибудь придумаем. Какой здесь следующий ход надо делать Вот на он сейчас... F1? Либо Как ты играешь? D5. Ну, как ты играешь? D5. Точно помню, что не в D5, правильно? D5 или конь F6. Ну, конь F6 вроде правильно. Конь F6 долго. Первый раз против меня играет слон B3. Тупой ход, это видно. Почему не слон G4? Можно слон F4, можно и F3 вообще-то. Не, F3 сидит слабо. Почему? Ну там компьютер что-то мне не нравится. Типа тут король в центре сейчас будет шарахаться, Не, да? ну сейчас ты шлепнул, вообще не думаю, потому что он защитил коня, может ждем взять. Немножко обидно. Ладно, подкрутим. Свиться безнадежно абсолютно после FG3. Даже намека на шанс нет. Ну, так, так, кстати, слабее. Конь G4 допускалось. Ну, там ферзь ферзь 7 тогда. С условно 7 и ферзь 5 возьмем ферзей. Ну, никак, ну, там что-нибудь придумать. Короче, белые не должны держаться за эту фигуру в этом варианте. А не, вот тут просто надо было взять. Так, например, белых очень плохо. 2-0, Причем. а все. И у нас ничего нет вообще. Не хватает фигуры. Нет, у нас есть пешка на e4. Так, отлично, вот это шанс. Мы съели ферзя, по-моему. А, нет, ферзь G5. Найдет ферзь G5. А у нас там есть? А у нас есть конь E3, да, чтобы не Конь меняться. E3, ферзь E3. Ну, да. Хорошо. Ладно, бьем. Что тут делать? Ну, F5. F5 нельзя. Король ш... Да, король H8. Ну да, ну хуйня 4 сейчас. Нет, он решил сделать пешку. Ну, кстати, шансы появляются, по-моему, нет? Вот Чуть-чуть есть. при таких линиях. Чуть-чуть. Добавь ему время, ты слишком быстро играешь. Я очень медленный. Че, прятать слона? Нам нужен слон, наверное, придется Обязательно. прятать. При таких линиях, ну, можно что-нибудь придумать. Если нам еще F5 дадут провести. О, нам дали F5 провести. Слушай, ну мох. Да, ну Что? по Петросяну прям позиционно же это качество. На херню похоже больше. Надо пускать великого шахматиста. Вот тем более, знаешь, это тонкий психологический прием. Они в 5 побеждают. Если будет конь F5, я сдамся. Ну. Ну что, меняем ферзи? Ну не. Этого мало. Ну надо смотреть, какие пешки тут будут. Мог бы игнорировать, наверное. Так, у нас качество и три сильные пешечки. Треугольник. Ботвинника. Не совсем. Добавь минуту еще. Зачем? Дело не в минуте. А в чем? О, смотри, ушел в угол. Давай думать. О, все, отлично, линия появилась. Но сейчас придет ладья G1. Нет. Так, это зачем? Ну и так, какой-нибудь ход. Так, ну, нам вот нужно... Нам нужен чернопольник и белопольник. Вот, выменивай вообще. Да, и подкатывай еще одну туда. Мы сейчас не на мат дали, просто и все. Нет, 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 нет. Рано. Дальше что? Ну вот едай пешку и веди пешки. Он сейчас уйдет конем и получит мат. Не надо, едавай мат. Я понимаю, но он сдастся и все будет плохо.
Но он сейчас не сдастся. Вот у нас шанс, понимаешь? Это самое близкое. Надо по времени просесть на 1,5 минуты, тогда будет шанс, да. Все, давай просядем на 5 минут. Я нажму на паузу пока. Так, ну мы сейчас еще подождали, подождали. Отсяду. Подождали 30 секунд. Попытались поменять ладью. Не меняется. Поменялся. Все, и повели. А, ты проседаешь? Угу. Ну долго, ну давай, ждем 25, 25. Я не успею конструкцию поставить. Чего успевать-то? Я никогда это не делал, никогда. Смотри, он будет биться. Но он же не сдастся. Мне не нравится это раздумье. Да, ну такое не очень, согласен. Мне очень не нравится. Но у него есть... Сейчас мы слона проводим, да? Ну, нам, в принципе, потом, можно... А потом ладью. Потом мы должны как-то еще говоря на черное поле затянуть. Ну, нет. Он может не думать просто. Над чем? Коля 6, контратак. Нет, связь работает. По-моему, он просто вышел. Не наливай ему 2000. Можно так играть. К сожалению. Очередная попытка. Добавь ему на секунде. Минуту. Может, он сходит на последней секунде. Знаешь, они любят так делать. Нет, не сейчас. Сейчас можно ждать минуту. Да, к сожалению. Соперник не... Давай следующий. Ну, забрасывает. Как? Начинай новую партию. Даже не прерывает, просто начинай игровой зал, поехали новый. Так нельзя же вроде пока. Ладно.